Давайте посмотрим, что у нас здесь за заказ. Заказ, ребят, в первую очередь, это возможность пройти без очереди, без голосовалки. Это возможность показать трек аудитории и нам. Это не значит, что это там что-то низкого качества, еще что-то. Совсем нет. Это просто возможность пробиться через бесконечных феймовых артистов. Вот и все. Чтобы вы понимали, да? Иногда приходят фрешмены, иногда приходят опытные ребята, которые показывают, что типа, смотрите, вот это работает так. Потому что пройти через голосовалку в Телеграме против, допустим, Кизару или там обладает, это нереально, и все это понимают. Поэтому так вот. А набирать, смотреть всех подряд, просто слушать, я тоже не могу, да. Ну, я думаю, что вы знаете этого артиста. И мы разбирали трючки, фиты выходили. Я как все, слов 66 с альбома, да, был трек. Ну и в целом, давно, в общем-то. Много треков, да, много треков. 21 год. Давайте посмотрим. Тут как бы мы не во фрешмена уже будем закидывать человека, да. Тут будем смотреть мы, как эта конкретная работа работает. И сможем ли мы взять этот трек в наш плейлист. Либо мейнстрим, либо альтернатива. Давайте прочитаем. Так, что это? В первую очередь это с альбома трючок. Я хочу прочитать, что написано в сообщении. Привет, кидаю на всеобщую оценку трек со своего первого альбома «Окурки Амура». Трек премиум, исполнитель Валюта Скуратов. Текст вот здесь, соответственно, представлен. Вижу, да. Продюсер Бай, самые любимые мои, да, самые любимые ники мои. Прекрасный ник, отличный, спасибо большое. И Валюта Скуратов. Вот он, в общем, он и Валюта Скуратов, да. Окурки Амура, вот такой вот у нас альбом. Вот этот альбомчик. Вышел 12 мая. Работа о противоречиях и сосуществовании западного и восточного в российской культуре. Дэм, бро, серьезно что ли, блядь? Ты серьезно написал про этот альбом? Запад без дела, туча на востоке все? Или что, я не понял, блядь? Работа о противоречиях и сосуществовании западного и восточного в российской культуре. Обложка и трек-лист «Лоск и мрак». Связь которых неразрывна. Это база, кстати. На эти мысли меня натолкнули альбом Валюты Скуратова «Окурки Амура», выходящий 12 мая. Уайткира написал, да? Серьезно, что ли? Так это не концепт, это ты так думаешь, да? Ну, может быть, это так и есть, да? Интересно, конечно, обложечка у нас тут. Кстати, обложка прикольная вот здесь. Интереснее даже, чем, вот, наверное, вот это, вероятно. Тут у нас какие-то инопланетяне непонятные, да? На флексе таком, диско-флексе каком-то. Все, да? Больше ничего не написано. В общем, тут у нас 10 треков в этом альбоме. Все, сейчас много, да? Много. Вы чувствуете, да? Вы чувствуете эту хуйню? Чувствуете ее? Wild East там. Вот эта вся история, да? Есть запрос сейчас. Запрос на понимание, да? Типа... Если, конечно, альбом про это, и нам не ебут мозги, естественно. Но в целом есть. Я этот разговариваю с людьми разными, с молодыми креаторами, так сказать, да? Не только в музыке, а еще в других аспектах, которые... У них есть запрос на понимание, вот как бы собрать все, что происходит. Интересно, интересно. Давайте посмотрим. Этот трек у нас первый. Премиум. Самый имбовый трек с альбома, имхо. Во время записи я еще не был уверен, будет ли альбом или все же таки каждый трек будет выпущен отдельно. И тем более я не знал, что когда альбом будет собран, то премиум станет самым сочным на нем. В нем сошлись удачно и текст, и бит, и сведение, и исполнение. За мелодию здесь ответственен Бенч. Его мелодию я никак не трогал. Думаю, я бы ее испортил, если бы сделал обратно. Основной задумкой для бита стала необычная перкуссия, которая лежала у меня проектом достаточно долго до этого. Менялись BPM, мелодии, основные драмки, но все было не то. Бенч очень сильно подсобил с мелодией, на которую, как влитая, села весьма южная драм-партия. Южная драм-партия, это мы любим, да, это хорошо. Это очень хорошо. Слушаем! Первый трек, Let's Go, премиум. Окурки Амура, Валюта Скуратов. Бэм. Неплохо, неплохо. Чистенько, громкая запись.
начал слишком плактив. До пяти мне не хватает лишь одной звезды. Я не об оценке и не о тебе, ведь мне не по душе шатенки. Ты же знаешь, что всегда идет после поездки. Отстегнись, сигани мне деньги. Я поехал, ты же не один. Ты ушел, увидев ценник. Это веник. Ты тех челов, кто был до тебя, еще не видел. Крутится бабло, достигается величие. Это дичи. Закончик ВВВВ. Валюта и не види ичи. Я был позади и сел за спиной как ниндзя. Плавно обошел даже тех, кому завидовал. Если вы спиздите мой стиль, то лишь когда он подостынет. Я не буду навещать его даже на выходные. И забивает немного. Сиськи обвисают, хуи устают. После меня будет десяток таких же точно валют. Там теперь вы не больше, чем заказ такси. Меня зовут Валюта, у нас будет час езды. Сиськи обвисают, хуи устают. Нормально. Я не об оценке и не о себе, ведь мне не по душе шатенки. Ты же знаешь, что всегда идет после поездки. Отстегнись, сигани мне деньги. Я поехал. Похуй на хайп, валюта Джекил, валюта хайп. Похуй на хайп, валюта Джекил, валюта хайп. Похуй на хайп, валюта Джекил, валюта хайп. Похуй на хайп. Слоумошечка, да? Весьма неплохо. Единственное, что да, бит забивает сильно акапеллу. Там тише, громче делаешь, без разницы. Вот здесь неплохо. То есть, вероятно, всего равнялся капа вот под это звучание, да, когда начинается более-менее ямка и перестает бить настолько мелодия. Может быть. Дайте инфу не больше, чем заказ такси. Меня зовут Валюта, у нас будет час езды. Ты ставишь свою музыку и чел слишком плаксив. Не начинает шашковать и вайп, нихуя, ничего не происходит в такси. До пяти мне не хватает лишь одной звезды. Ну, типа 5 звезд, да, вот это все. Да. Я не об оценке. И не о тебе. И не по душе шатенки. Ты же знаешь, что всегда идет после поездки. Отстегнись и гони мне деньги. И я поехал. Неплохо, да. Звезда и вроде оценка, и 5 звезд оценка, и 5 звезд как оценка, там всякие там отель 5 звезд, да, и оценка, и то, и все после поездки, что бывает, звезды, и типа не хватает 5 звезд, типа там звезды, там которых можно, наверное, ебать в данном случае, о чем речь, скорее всего, и идет, да, когда особенно сиськи обвисают, хуи устают, уточнение некоторое, да, но это, вероятно, позже происходит. Здесь, конечно, да, ты же не один, кто ушел, увидев ценник, это Вени. Ты тех челов, кто был до тебя, еще не видел это видео. Да, Вени Видвичи. Мутится бабло, достигается величие. Закончик. Ви-ви-ви. Валюта. Вени Видвичи. Я был позади, пиздел за спиной, как гнида. Но плавно обошел даже тех, кому завидовал. Если вы спиздите мой стиль, то лишь когда он подостынет. Вот это, кстати, было неплохо. Да, вот это было хорошо сказано. Лишь когда он подостынет. Я не буду навещать его даже на выходные. Сиськи обвисают, хуи устают. После меня будет десяток таких же точно валют. Да. Тяжеловато слышать за счет свидоса, да? Бля, ну что-то есть как будто в этом треке. Скажешь, что это разъеб? Нет. Но это далеко не трэш. Бля, надо будет по-любому, да? Написать на превью обвисают многоточие и устают. Обвисают и устают. И челики, которые посмотрят, скажут, дэм, что это за хуйня? Что скажете? От 1 до 10. Есть вайб у песни. Держит он, в принципе, стиль. Довольно ровно.
хорошо сочетается с инструменталом, если бы, блядь, слышно было его полностью хорошо. Это неплохо. 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 А, может, тут все уже написали. Единственное, что надо, да, бенч. Бенч и валюта скуратов также, да? Рифмы и образы. Я думаю, что очень неплохо, реально, в рамках текста. Вот эта вся история с такси, со звездами в припеве, да? Угу. В аутро тоже там, да, там доктор Джекил, там Хайд, валюта Джекил, валюта Хайд тоже, да, и, соответственно, типа, кто же, что же, как же, где же, кто же будет он? Подостынет стиль, там, Винни Видевичи, там, навещает на выходные, там, блядь, ну, про сиськи и хуи, это прям особенный панч, вообще пунч-линия. Десяток таких же точно валют. Короче, в рамках стиля текст на 9, я думаю. 9-10 за рифмы, блядь. Угу. 10 обвисших сисек из 10 усталых хуёв. Неплохо, бро, неплохо. Я думаю, 9 можно поставить смело, да. 9-10-9. Структура ритмика. Припевчик, да, у нас что там? Припевчик, куплет, припев, аутрушечка. Ну, восьмерочка, я думаю. 7-8 баллов. Да. Да, ну, 8. Интро есть, я думаю, 8 можно поставить. Неплохо. А, реализация стиля. За свидос можно чуть отпилить. За то, как он спел в целом. Но я не об оценке и не о тебе, ведь мне не по душе шатенки. Ты же знаешь, что всегда идет. Это Фени, увидев ценник. Это Фени. Ты тех челов, кто был до тебя, еще не видел. Это Види. Будь из-за бабло, достигается величие. Это неплохо подтягивает, да? Закончик ВВВВ. Валюта Фени, Види, Ичи. Я был позади, сидел за спиной как дни, да. Но плавно обошел даже тех, кому завидовал. Если вы спиздите мой стиль, то лишь когда он подостынет. Я не буду навещать его даже на выходные. Сиськи обвисают, хуи устают. Блядь, че так душевно поет, да? После меня будет десяток таких же точно валют. Больше, чем заказ такси. Ничего, бро, бля, свидос бы в плане того, что вот стоит еще инструментально, драмка вот здесь, вот так ты, короче, вот здесь ты, да, вот здесь, вот прям на тебе оно стоит еще и ты за ней, ладно, блядь, тяжело слушать, конечно. Да вполне неплохо, я бы поставил что-то типа восьмерки, наверное, здесь. Как он спел, хорошо, да, если за приспущенную капу, ну, где-то вот такая история, 7-8, 7 вроде мало, хорошо протянуто, хорошо все спето, довольно крепкая песня, 8 баллов вполне, здесь на четверку я поставлю, не 5 баллов, трендовая сектуальность. Тут валюта у нас будет час езды, ставишь свою музыку и чел слишком плаксив, до 5 мне не хватает лишь одной звезды. Гони мне деньги, я поехал. Пойдешь на концерт Роблокса Атопиума, бля, это хороший вопрос, дружище. Ты даже не представляешь, насколько это хороший вопрос, блядь. Ты просто спросил, да, а ты даже не представляешь, насколько это хороший вопрос. Запомни свой вопрос, запомни его. Капа обвисшая, сведения не стоит. Да. Так. 4, я думаю, да. Весьма неплохо. Весьма неплохо. Я не знаю, достаточно отработан стиль. Поднять капу, и там уже на любителя довольно крепко сделано все. Техника хорошая. Сведение в плане того, насколько дороги, там дополнительные дороги, там как там бейки, да, идут. Все хорошо, все красиво.
Весьма необычная песня. Я думаю, нас порофлили нам, конечно, нехуйственно по поводу там Запада-Востока, всего вот этого. Вот, но, может быть, и нет, кто его знает. Всем я фотку сделал. Круто, бро, молодец. Отлично. Вот такая вот работа. Если вас заинтересовало данное произведение, вы можете пройти не туда, куда вы подумали, а вы можете пройти, вот, послушать альбом, да, который называется «Окурки Амура». Окурки Лямура. Окурки Лямура, ёпта, бля. Окурки Лямура! Да. Вот так вот. Спасибо. Спасибо тебе большое, бро. Ждем работу еще от тебя, конечно же.